Грегори, не беспокойся, я разберусь. Это наши ребята. Я сделаю так, что они уйдут. Ха-ха-ха! Вот это тачка! Я такой и говорил! Отлично. Да, для Пафи. Черт! Добрый день, парни. Меня зовут Алан Моррис. Если я могу чем-то помочь, я в вашем распоряжении. Мать вашу! Это что же, новый 993 Турбо? Вообще-то это 993 Каррера. Черт. 8 цилиндров и 600 лошадок, верно? 6 цилиндров, 475 лошадей. В чем дело? Пожалуйста, не облокачивайся. Сука! В такой машине. Здравствуйте, я бы... миссис Джонсон, как вы поживаете? Нихера себе. Какая жопа. Могу вам кое-что предложить, миссис Джонсон. Здесь нельзя слушать музыку. Пожалуйста, выключи. Пожалуйста, выключи музыку. Пора, выключи музыку. Hey, yo, boo, what you look like, bad guy? Showing that bad guy, show mad life. I'm not funny with class. Sometimes you want more than just a honey with that. Hey, yo, who would ever think that the two would go good? Midtown honey, nigga from the hood, but knock on wood. I got this bitch, excuse me, she don't like to be called a bitch. Try not to lose me, the rules we go by. Where I'm from, she don't know. Это не игрушка. Миссис Джонсон, уже трогай задницей. Эй, миссис Джонсон, подрыгайте, милая, подрыгайте. Миссис Джонсон. Слушай, а можно на ней прокатиться? Устроить тест-драйв? Прости, мы не практикуем тест-драйвы. Тогда подбери тачку моему другу. Тачку подобрать? У нас машина стоит 75 тысяч долларов. Всего-то? А потолок в ней не давит? Эй! Вот эту. Ну да. Видишь, у моего друга есть вкус. Да, это хороший выбор. Черт! Нравится? Да, тачка просто уйдет. Сколько? 1200? 285. За такие бабки я сам себя трахну, мужик. Во всей стране продается всего 7 таких машин. Так много? Хм. Задери ей капот. Посмотрю, что за дерьмо в ней. Двигатель сзади, а там багажник. Не расстраивайся. Так, ну-ка заведи. Нет, простите, у нас правило. Заводить машины нельзя. Таковы правила, простите. Ты что делаешь? Отлично. Что ты делаешь? Эй, ты! Заглуши двигатель. Пожалуйста, заглуши двигатель. Я кому сказал, заглуши двигатель? Сейчас тебя подери! Заглуши его! Не нужно орать. Скажи спокойно, результат будет лучше. Пожалуйста, уходите! Эд, я беру. Что ж... Сначала продай свой дом, а пока я бы предложил... А я бы предложил оформить документы. Просто дурдом. Господи. Можно... Здесь 300. Комиссионный ему. Ему? Но... Сдачи не надо. Я ошибся. Но мы же одного племени, черножопы. Мы почти родственники. Неужели вы не поможете своему брату? Ну все! Парни! Я ваш пес! Поворачивай! Я не хочу, чтобы нас тормознули. Вечером на дело. Oh,